уважаемые подписчики. Сегодня мы с вами находимся в магазине Fix Price на улице Железнодорожная, город Пушкин. Будем смотреть новинки, которые сюда приехали. Смотрите, Карачаево-Черкесия продолжает радовать нас новинками. И здесь вот такие мужские тапки. Туфли, как раньше были по аналогии с женскими. И стоят они 199 рублей. Да, вот здесь написано, что это Карачаево-Черкесия. Это изготовление совсем свеженькое, изготовлено из ЭВА. Вот, оказывается, как называется этилен винил ацетат. Если вы видите вот эту вот ЭВА, то это этилен винил ацетат. Как и у женских аналогов, вот здесь вынимается стелька. Здесь эти мужские шлепанцы, они есть еще и в черном варианте за 199 рублей. Мне кажется, они выглядят просто отлично. Ну и рядом с ними лежит также из ЭВА. Женские, я так понимаю, стоят они тоже 199 рублей. Вот такие синие. Еще вот такие тоже вынимается у них следок. Ну и вот смотрите, такие, но здесь следует обратить внимание на край, очень неаккуратно сделано, но расцветочка супер. И в прошлый раз совсем забыла вам показать вот эти тапочки, они приехали к нам еще в пятницу. Тульское обувное предприятие, всем нам известное, уже по 199 рублей, как вы видите, поставляет вот эту вот милоту. Кто начинает летом готовиться к Новому году, вполне можно прикупить вот эти вот тапочки с чудесными, милыми, классными хомяками. 199 рублей, это женские тапки, размеры разные. Ну и за 199 рублей, повторюсь, говорила всегда, что Тульское обувное предприятие нам предоставляет уже вот такую более качественную, приличную подошву. У более дешевых вариантов подошва другая, очень симпатичные. Ну и еще покажу, что появилась новая расцветка женских шлепанцев. Вот такая вот зелененькая. Также производство Тульское обувное предприятие. Тоже сделано из ПВХ, поливинилхлорид. Смотрите, вот эту, увидев вот эту новинку, я думаю, многие из вас очень удивятся. Fix Price решил нас полностью одеть и начал поставлять джинсы. И стоимость, как я их понимаю, тоже всего 199 рублей. Это очень удивительно. Спасибо Инди, которая предоставила нам эти, значит, джинсы. Это 100% хлопок. И написано, что это брюки мужские. Хотя выглядят они такие размеры, что они, я думаю, вполне подойдут и женщинам. Сейчас мы с вами посмотрим. У нас не очень много их осталось, на самом деле. Вот здесь справа находятся джинсы, которые 26 размера. Я не знаю, тут по размерам очень тяжело ориентироваться. В талии у них вот так вот 36 сантиметров. И 1,10 м у них длина, то есть они достаточно длинные и очень узкие, то есть с размерами надо будет как-то примерять их однозначно, потому что они как мужские не выглядят, они скорее как женские, на очень худенькую женщину, наверное. Ну и смотрите, Fix Price продолжает нас одевать. Вот такие очень интересный дизайн, особенно вот у этой футболочки. Здесь 96% полиэстер, 4% соответственно эластан. На ощупь они не очень приятные. Были бы эти туники, так скажем, хлопковые, цены бы им не было. Особенно вот эта, я бы ее сразу взяла, если бы она была из хлопка, но это полиэстер, к сожалению. Как вы относитесь к вещам из полиэстера, подскажите, пожалуйста. И в 48 размере, длина 70 сантиметров. Здесь я просто вам покажу, что есть и другие расцветки, здесь вот какие-то с кошками, но мне кажется, все равно вот эта расцветка с девушкой, она самая удачная. Я думаю, что многих эти футболки заинтересовали, поэтому покажу еще две расцветки. Вот такие вот есть, яркие. И среди прочей одежды нашла еще вот такой вот сарафан, тоже это новинка. Вот этот сарафанчик 42-46 у него размерный ряд. Это тоже полиэстер, эластан. Такой же состав, как у предыдущих туник. Стоимость также 199 рублей. И вот в этом размере 42-46, потому что здесь вот резинка, 77 сантиметров. Он где-то, наверное, по длине до колена. Разброс размеров такой большой, потому что вот здесь вот резиночка. Ну и лямки у этого сарафана выглядят вот так. Тоже на ощупь абсолютно такой же, как вот предыдущие туники. Смотрите, расцветки тут такие вот. Вот есть, смотрите, даже вот такая расцветочка. И никак не могу уйти из отдела одежды, потому что, смотрите, вот еще нашла такие брюки мужские. Они скорее как бриджи, наверное. Это бриджи мужские. Большие очень размеры здесь. Это также производство Индия. Хлоп. Называются они именно брюки. И в 50 размере у них длина
на метр. Они очень такие широкие. Штанины, мне кажется, коротковатые. От паха до конца штанины достаточно маленькое расстояние. Сверху здесь вот такие вот веревочки. 100% хлопок Индия. Есть здесь очень большие размеры XL. И расцветочки все, в принципе, одинаковые. Все клетка, просто с разным оттенком. В канцелярии тоже немножко новинок есть. Например, набор вот таких восковых мелков. 36 цветов, 99 рублей. Что мне всегда нравится, уже предусмотрительные покупатели вскрывали до меня упаковочку. И вот так покажу цвета, которые здесь есть. 99 рублей всего, это Китай. В канцелярии еще одни новые восковые мелки. Здесь тоже 8 штук. И смотрите, здесь очень интересно, они в виде животных сделаны. И эти мелки до меня предусмотрительно вскрыли. Смотрите, здесь корова. Вот здесь тоже животные разные. Смотрите, здесь и кошечки, и овечки. Вот такой есть. И еще вот такой вариант. 8 штук. Наверное, стоимость их 99 рублей. Я не буду вас обманывать, потому что ценечка пока у нас нет новинка. Покажу вам. Вот так выглядят. Да, животные везде разные в наборчиках, где ферма написана. И здесь же за 99 рублей набор фломастеров. 9 штук. 5 цветных и 4 блестящих. Смотрите, какая красота. Здесь полипропилен, диоксид, нейлоновое волокно, вода и глицерин. Потряси и нажми, и получите вот такой вот глянцевый блеск. Эти наборы есть еще в более радужных цветах. За 55 рублей приехали еще вот наборы цветных карандашей, 12 цветов. Опять спасибо покупателям. Видите, вскрыта упаковка, это не я. Все хотят увидеть цвета, которые внутри. Ну, выглядят они вот так. Видите, кое-где грифель уже сломался. Рядом еще набора карандашей, 12 штук. Выглядят они вот так. Уже стоимость их, наверное, 55 рублей. И вот здесь на карандашиках нарисованы кусочки пиццы, наверное. Удобная треугольная форма, мягко пишет, легко заточить. И действительно, форма у этих карандашиков треугольная. И вот еще отличная вещь. Набор фломастеров. Яркая картинка на каждом фломастере. Смотрите. 99 рублей этот набор стоит. 12 цветов. Ну, я стесняться тоже не буду. Вскрыла упаковочку. Здесь действительно нарисовано животное. Фломастер в руке очень приятно держать. Он такой небольшой. Вот в этом, значит, наборе везде жирафы нарисованы. Смотрите, здесь еще есть наборчики с лисичкой. Так, это тоже лисичка. Еще паровозик. И для мальчиков машинки. Тоже уже кто-то переворачивал вот здесь фломастер. Кстати, восковые мелочки, которые я вам показывала в начале, они тоже в разных упаковочках. Здесь вот за 99 рублей еще такие с ежиком. 36 цветов. Еще есть самолетиком, тоже их вскрывали. Цвета, в принципе, все нарисованы на упаковке. Еще вот такой смелый овечка. Много альбомов для рисования к нам завезли. 27,50. Смотрите, в каких ярких оформлениях. 24 листа здесь. Изготовлено это в России. Все, Ростовская область. Профпресс, кстати. Да, Профпресс очень активно поставляет свою продукцию и в Фикспрайс, и в Светофор. Вот так выглядит альбомчик. Еще здесь есть вот такие монстрики. Молодцы. Профпресс прочно зашли в дешевые сети, недорогие. Здесь еще есть вот такие девчачьи варианты. 24 листа в альбомах. Кстати, Профпресс, в принципе, можно уже по дизайну узнать. Очень многие книги вот в таком же стиле они выпускают. На днях поеду в Светофор, посмотрим, за сколько продают они там свои альбомы. Здесь есть такие классические дизайны тоже. Помимо всего прочего, Профпресс и тетради тут начал поставлять. Смотрите, пожалуйста, вот такие. Тоже Профпресс, Ростовская область. Эти тетради общие 80 листов. Начинают нас готовить потихоньку к школьному сезону. Здесь разные дизайны этих тетрадей. Есть и такие. На все дизайны можно посмотреть вот здесь. Ну и вот уже появляются тетрадки вот такие. 12 листов, 2,70 всего. И опять Ростовская область, Профпресс. Здесь тетради в линейку. И есть... Это мелкая клетка, по-моему, называется. А как вам такая новиночка? Смотрите, в детской одежде. Тоже отличная новинка. Производство Кыргызстан. 100% хлопок. Так, это у нас 95% хлопка и 5 лайкра. Производство Кыргызстан. Отличные детские лосины. И смотрите, на концах этих лосин есть вот такие вот замечательные рисунки. На зеленых тоже. Стоимость их, этих лосин, всего 99 рублей. Ростовка, например, 122-128. И по цветам еще есть фиолетовый, зеленый и красный.
Вот этот размерчик 122-128, это максимальный размер, который я нашла, минимальный 110. На самом деле по качеству они очень приятные, эти лосины. И вот кто-то, может быть, не находил еще, смотрите, вот эти трусики производства Стамбул, турецкие трусики отличного качества, в фикс-прайсе стоят они, по-моему, 55 рублей. Очень хорошенькие, прям классные. Если поискать, расцветок очень много. Это вот производство Кыргызстан. Они, кстати, очень похожи на самом деле. Еще появилось очень много симпатичных детских маечек производства Кыргызстан. Смотрите, вот такие дизайны у нас есть. Есть чисто белые, есть такие более кремовые маечки. По составу это 100% хлопок, город Бишкек, стоимостью всего 55 рублей. И сделана она достаточно качественно. Я бы даже сказала, очень качественно для такой майки, для такой стоимости. Немного, кстати, разного качества у маечек белых и таких более айвори, что ли, они этот цвет называется. Смотрите, в фикс-прайсе не заканчиваются просто трусы. Опять трусы, Кыргызстан. В прошлом ролике я вам показывала огромное количество новинок Карачаево-Черкесия, по-моему, была. 96 хлопок, 4 ластан. Большие размерчики, 52-54, например, вот такие. Или такие. И вот такие еще. Маечки еще забыла вам показать, что есть и для мальчиков тоже за 55 рублей. Также Кыргызстан. Тоже 100% хлопок. Здесь вот гора этих маек. Можно тоже что-то найти. На полочках фикс-прайс также появилось новое туалетное мыло. Традиционное, 180 грамм. Производит его известная компания Nevis Cosmetic. Это Татарстан, город Казань. Хвойное натуральное мыло изготовлено в лучших традициях для вас и вашей семьи. Сразу хочется посмотреть состав. И он достаточно простой здесь, вот кто разбирается, можете почитать. Производитель известный, поэтому, я думаю, доверять ему можно. Еще одна отличная новинка на полках фикс-прайса. Новый шампунь Dove приехал. Маленький у него разлив, очень, кстати, это удобно. 250 мл, стоимость 99 рублей. Против секущихся кончиков для ломких поврежденных волос. Еще за 99 рублей клея против перхоти, питающий шампунь, баланс жирности головы с соком лимона и лайма. Тоже 200, здесь даже меньше, 200 мл и 99 рублей цена. И оба этих шампуня производит концерн Unilever.